На портале «Добродел» проходит голосование по включению региональных и муниципальных дорог в областные программы ремонта и капремонта на 2021 год. Планируется проводить его в два этапа. Сбор предложений проходит до 31 мая, а, собственно, голосование начнется 1 июля. Результаты, а также предложения от муниципальных образований сотрудников ГИБДД, ГБУ, МО, МОСАВТОДОР будут учтены при формировании и утверждении программы ремонта и капитального ремонта дорог на будущий год.